Специальное предложение только сегодняшнего дня. Это капсулы Омега и Q10. Вы получаете сразу две упаковки, и сегодня для вас действует, внимание, беспрецедентное снижение цены, которое не было никогда. Посмотрите, предыдущее появление и все остальные появления до этого, наши капсулы в две упаковки стоили больше 2000 рублей, даже когда были главным товаром дня. Но только сегодня, в рамках нашего события, в рамках нашего сегодняшнего дня, вы получаете уникальную скидку, которой никогда не было, и цена за две упаковки 1299 рублей. И это полноценный курс. А, Пинкер Бабавин, расскажите, пожалуйста, кому мы рекомендуем, для чего вообще, собственно, организму нужен Омега и Q10? Вы знаете, Омега Q10 – это комплекс так называемых жизненно важных веществ, из которого строится все наше тело, и каждая клеточка получает возможность нормально функционировать. А главное в нашем организме – это целостность самой клетки, это наше сердце, сосуды, работа головного мозга, печени, дыхание, почек, всех органов. Уникальность данного комплекса в том, что здесь комплекс коэнзима Q10, без которого не может работать ни один орган нашего организма, но особенно сердце. Это противоинфарктное средство. Это омега-3 жиры. Без омега-3 жиров не может полноценно работать ни мозг, ни печень, ни сердце, ни сосуды. Потому что именно омега-3 жиры обеспечивают целостность клеточной стенки, является основным компонентом питания клеток мозга, клеток сердца. Именно омега-3 растворяют холестерин, выводят из организма, очищая сосуды. Ну и самое главное, 60% клеток мозга – это омега-3 жиры. Поэтому омега-3 жиры без коэнзима, без омега-3 жиров жизнь невозможна. Но данные компоненты у нас в льняном масле, причем мы для этого использовали специальный сорт льняных семян, который содержит правильное соотношение омега-3, 6 и 9 жиров, которые в нашем организме совместно образуют витамин F. Витамин F столь уникален, что при внутриутробном еще развитии формирует мозг, печень, сосуды ребенка и определяет уже его будущую жизнь, продолжительность интеллектуальной способности. А сколько будет существовать и функционировать наш мозг, зависит от омега-3 и витамина F. Ну и кроме того, здесь, конечно, вся гамма каротиноидов для улучшения зрения, улучшения слуха и вообще для того, чтобы на протяжении всей жизни иметь молодую кожу. Пусть с морщинками. Вы видите, у меня полно морщин, и я не пытаюсь их убирать. Но зато я знаю, кожа здоровая. Если кожа здорова, здоров человек. А скажите, это доказано. У вас потрясающая, кстати, да, такая сияющая кожа. Это правда, действительно. А расскажите, пожалуйста, как правильно принимать вообще? Вы знаете, как принимать? Мы всего лишь проводим исследования и отдаем Минздрав для дальнейших исследований и регистрации. Как принимать, устанавливает Минздрав. Здесь написано по 4 капсули, по-моему, 2 раза в день. Но я принимаю данный препарат с 35 лет, потому что я знаю свою генетику, это инфарктники, как я уже неоднократно говорила, и онкология. Коэнзим Q10 – самый сильный антимутаген, который появившуюся клетку, моментально онкологическую клетку просто уничтожает и защищает наш ДНК от мутаций.
Я принимаю в период очень большой усталости летом по 4 капсулы, потому что у меня аллергия на солнце. А остальное время мне достаточно 2 капсул, потому что у меня нормальное и разнообразное питание. А 8 капсул – это уже дневная норма омега-3 жиров. Это очень важно пожилым людям. Ну, наверное, я еще не пожилая, да? Еще молодая. Через месяц мне будет 69 лет, но я себя еще не считаю пожилой. Ну, давайте так, после 75 лет можно спокойно 4-8 капсул. На постоянной основе. На постоянной основе. Это компоненты питания. В 4 капсулах 4 килограмма бычьих сердец. Из бычьего сердца получают коэнзим Q10, потому что он в основном он обеспечивает сократительную способность. Именно благодаря омеге и коэнзиму Q10 наши сосуды очищаются изнутри. Именно эти компоненты определяют сократительную способность сердечной мышцы и, конечно, кровообращение. А вот скажите еще вот важный вопрос. Как понять, что есть нехватка омега и Q10? Вы знаете, по научным данным, однозначно, с 25 лет, я говорю с 25, потому что ранее считалось с 25, сейчас мировая медицина изменила это, и сейчас с 20 лет у человека уже снижается синтез собственного коэнзима Q10. В 40 лет однозначно снижается до 200 миллиграммов. То есть на 25-30%. Это уже говорит о снижении сердечных функций, о угасании каких-то функций мозга, о том, что человек повернулся к преждевременному старению. Поэтому с 25 лет хотя бы 2-4 капсулы. И даже детям сейчас дают во всем мире. Вот мы сейчас действительно с вами в катастрофическом дефиците. Звоните и заказывайте. У нас с вами здесь сразу 2 упаковки идет, обратите внимание. Успевайте, посмотрите, вот она ваша выгода, 299 рублей, то есть получается у нас, если одна упаковка 799 рублей, то 2, как главный товар дня. Сегодня беспрецедентное снижение за 1299 рублей. Это здоровье всего организма. Звоните и заказывайте прямо сейчас.